Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Продолжаем опыты. Вот трубка, которую подумали на провода, кстати. Кто там писал? Это трубка белая. Значит, смотрите, ребята. Сегодня у нас запрещенный рептилоидами инерциоид, вечный двигатель для электросамокатов, электромобилей, электровелосипедов и так далее. Как видите, у него довольно быстрая скорость. Сила большая, как слышали. Работает он, не применяя тока. С КПД, ребята, 400%. Как система, значит, сделана? 4 батарейки, вот они, соединенные методом умножения последовательно. Дальше. Зарядное устройство контроллер. 12 вольт. 2 ампера. Мотор, ребята, вот этот мотор. Мотор от электросамоката. 200 ватт, 12 вольт. Колесо от электросамоката, оно же маховик. То есть испытываем уже в деле. Скорость, как видите, полная. Снижения нет. Но работает по системе 1 к 3. Работает по системе 1 к 3. Через реле Амрон. Видите? Одну работает, три нет. То есть 4 секунды работает, одну запускает ток. 4 к 1. КПД, ребята, 400%. Расход тока, как видите, 0. Красная полоса на счетчике показывает, что расход тока нулевой. То есть видно, что он взял и вернул. Вот, взял и вернул. То есть сразу же берет и сразу возвращает назад. Такая схема, ребята, подойдет для электровелосипедов, электросамокатов и других средств. Еще раз смотрим. Значит, мотор, колесо, зарядник, контроллер, батарейки 4 штуки литий-ионные на компенсацию. Без батареек он тоже будет работать, ребята, но скорость будет немного снижаться, процентов на 20. А здесь, благодаря компенсации батареек, скорость не снижается. Расход тока, значит, нулевой. То есть это не значит, что мы не тратим ток. Мы взяли и тут завернули. А сейчас я вам покажу схему. Схема где-то уже нарисована. Осталось только вам ее показать. Значит, 12 вольт и 2 ампера, видите, контроллер. Далее идет 100. 4 батарейки. После контроллера 4 батарейки. Соединенные последовательно, литий-ионные. Дальше, ребята, идет. Мотор. Мотор. Магнитный. С постоянными магнитами, которые вырабатывают ток. Колесо от электросамоката. Оно же и маховик. И реле Амрон 1 к 3. То есть через реле идет питание фазы, оно идет напрямую. То есть рептилоиды, ребята, опять очень сильно огорчатся. Потому что это они скрывали. Это давно известно, но все скрывалось. Это система, ребята, запрещенный двигатель, система инерциоид. То есть можно применять, только надо, если вы хотите на большие мощности,
методом масштабирования, ребята, увеличивать все вот эти вот детали. И будет работать на любом, на автомобиле, на велосипеде, на чем угодно. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.